Hello, in this video I'll share some kinds of fish with you and also some ways how I remember these words. Let's start. Salmon, лосось, L не произносится. Chum, salmon, кита. Trout, форель, еще говорят rainbow trout, радужная форель. Sturgeon, осетр, ценная рыба. Если мы закроем вторую согласную, то получим слово хирург, ценную профессию, surgeon. Cod, треска. Perch, окунь. Halibut, turbot, палтус. Tuna, тунец. Pike, щука, хищная рыба. Еще pike переводится как копье, тоже присуще хищникам, охотникам. Herring, селедка. Есть хорошее выражение red herring, красная селедка или отвлекающий маневр. Eel, угорь. Очень похоже на eel, как больной. И угорь занесен в Красную книгу. Мы должны заботиться о таких видах, а также как заботимся о больных людях, животных. Окей, the next. Pike perch или zander. Это судак. Pike – щука, perch – окунь. Tench – линь. Как запомнить? Если вы знаете повадки этой рыбы, она скрывается в мелкой тихой заводе, так же, как человек скрывается от непогоды в палатке. Tent, если мы заменим. Roach – очень распространенная рыба-плотва. Она также распространена, как другое слово. Roach еще переводится как таракан. Bream – лещ. Whales – sheatfish. Сом. Pickerel – щука или щучка. Gudgeon – пескарь. Когда я слышу слово «пескарь», то вспоминаю сказку Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь» и «Премудрый». Gudgeon похоже на слово «гаджет» – умное техническое устройство. Mackerel – скумбрия. Гринлин – терпок. Айд – ясь. Как запомнить эту рыбу? Ясь – очень красивая серебристая рыба с красными плавниками. Она еще и крупная, настоящая находка рыбака. То есть она идеальная рыба. Окей. Я надеюсь, что видео было полезным. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.